Человек с никнеймом Дмитрий Варшавский. Большое спасибо за донат. Внестримовый донат. Отдельное спасибо за это. Я напоминаю, что донаты с реквестами видосов, на которые вы хотите увидеть мою реакцию, можно даже не на стриме отправлять. Можно просто в любой момент зайти в любое описание любого видео и на любую донатку закинуть по 20 рублей за минуту. Единственное, что, конечно, не телевизионный контент и не то, у чего по миллиарду просмотров. Надо где-то найти... Короче, у меня в паблике ВКонтакте есть правила для видео. Потому что их имеет смысл разместить под каждым. Ну. Нас сюда никто не звал. Просто нет исхода вовсе. Что, я как бы... Мне донатили уже эту песню. Такой коричневый блюз. Я знал, что так и будет. Пускай сжигают. Подожди, неужели ссылок на донаты нет? А, вот есть. Внутри больше нет тепла. Я знал, все так и будет. Костер уловка лисья. Заря студеная взошла. Теряюсь, что сказать. Вам, увы, уже за 30. Я стараюсь меньше лгать, больше злиться. Она впадает в крайность. Не занят. Вот до этого было даже более-менее нормально, но как бы... Из Варшавского прорезался Варшавский. Текст я при этом, ну, почти не слышу. Все, пошло. Чтоб с вами быть вдвоем. Леди осень, я ничего не должен. И каждый, каждый при своем. Блин, и ведь кто-то это слушает и так на серьезных щах прям проникается, типа, вау. Вот это музыка, вот это, блять, это вам не Ольга Бузова. Типа, знаете, короче, слушаешь такой черный кофе, думаешь, вот как задолбали эти мамбл-рэперы, да, типа, отстойные, современные, которые... не поют, а просто что-то невнятное говорят, знаете, какими-то кривляющимися голосами поют. Как же надоели эти поп-певцы современные, которые, да, то есть, не, вот, то ли дело Варшавский, блядь. Ой, ребята. Я леди осень лично. Вот я леди осень. Да, это я. Ой, благодарю за донат. А, их послушать прям, ну, я их знаю, конечно. Ну, давай расслушаем, интересует расценим. Интересует твоя оценка двух песен Бау, «Коричневый горизонт» и «Романтической песни». Они ведь не очень характерны для группы. Послушаем, спасибо за донат. Это не внеочередной же?
среди осень. Не, инструментал-то нормальный, кстати, на самом деле. Ну, типа, ну, обычный блюзец такой, конечно, ничего нереального, но норм вполне. Ну, что тут скажешь, господа? Я не совсем пропащий. Я останусь с вами вдвоем. Потрясающе.